На территории Краснодарского края ожидается ухудшение погодных условий, связанных с сильными осадками, ветром, грозой, градом, возможно формирование смерчей. При этом в большинстве районов края сохранится высокие классы пожарной опасности. МЧС России рекомендует проявлять бдительность, следить за прогнозом погоды, соблюдать требования пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Напоминаем, что единый телефон пожарных и спасателей 01 с мобильных 101. Силы и средства готовы к действиям по предназначению.